Привет, друзья, с вами Бора. Сегодня у нас снова открытие кристаллов. А перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить IQ Mercury и Jamilio House за продление спонсорских подписок на YouTube. Спасибо большое, друзья. Итак, начнем мы с двух пятизвездных кристаллов и одного шестизвездного. Хотелось бы, конечно, вытащить магнита, потому что я с недавних пор полюбил этого парня. Он очень классный, очень полезный. Человек-дракон! Ну, в принципе, неплохо. Так, вторая пятерочка. Пошла. Давай, магнит, магнит, магнит. Чик. Ну, бывало и лучше. Хотя, дроп не такой уж и ужасный. Во всяком случае, у нас есть еще шестерочка. И вот тут-то нас должен ждать успех. Я думаю. Правда ведь? Правда ведь нас ждет успех. Еще один человек-дракон, Анжела. Ну, не все так и плохо. Не все так это плохо на самом деле. Такие середнячково, чуть выше среднего перса, я бы даже сказал. Так что могло бы быть и хуже, во всяком случае. Могло бы железных патриотов с железными кулаками нападать. Было бы вообще. Идем дальше, и у нас есть пятизвездный Nexus. И надо бы еще как-то накрутить кучу кристаллов для того, чтобы собрать почти 1000 шестизвездных, для того, чтобы открыть их 2. Но я не уверен, что это получится в процессе. Итак, давайте сразу же откроем Nexus пятизвездный. Пятизвездный Nexus. Не очень. Разве что только кейбл, конечно, к апокалипсису. Ну вот, и пробудим ему хоронку. Соберем немножечко кристаллов. Ну и давайте шестерочку покрутим еще одну. К сожалению, на вторую пока что не хватает. Но это лишь вопрос времени. Потому что я собираюсь пройти задание Шан-Чи. И вот уже после прохождения этого задания как раз таки и будут осколочки. Так. Хорошие персы какие-то едут. Хорошие. Поздравляем, найди новый чемпион. Вот и все на сегодня. Большое спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока.